Оказывается, сходить в лес по дрова, да и просто нарубить веток для костра – дело не такое уж и простое. Все дело в том, что закон категорически запрещает гражданам самовольно рубить деревья и обрубывать ветви. Свободно и бесплатно для личных нужд можно заготавливать лишь валежник. Это лежащие на земле мертвые части деревьев. Но если мертвое дерево не лежит, а стоит, трогать его нельзя. Это приравнивается к незаконной рубке. Да и не все, что валяется на земле, считается валежником. Перепутаешь его с каким-нибудь буреломом, и можно нарваться на неприятности вплоть до уголовной статьи. Мы решили выяснить, как же законно можно набрать дров и не оказаться за решеткой. Привет, меня зовут Евгений, вы на канале Вселенная Beautiful Walk. Позвонил я в отделение лесного хозяйства Ростовской области, и вот что мне там ответили на заданный мой вопрос. Сначала обязательно надо официально направить обращение на начальника управления. Мы его зарегистрируем, рассмотрим и вам перезвонят. Можно на электронную почту отправить. Вот такой алгоритм заготовки валежника предложили нам сделать. Между тем, согласно закону, который вступил с 1 января 2021 года, гражданам Российской Федерации разрешается собирать валежник с использованием ручных инструментов, а также легких бензопил. Но что относится конкретно к легкой бензопиле, никто не дает никаких объяснений. Объем заготовок валежника не ограничен. Каких-либо разрешений, согласований и прочего не требуется. Но в жизни все гораздо сложнее. Как рассказал руководитель лесного отдела Greenpeace в России Алексей Ярошенко, в ряде регионов, ну, допустим, Липецкой области, установлены собственные регламенты, требующие, например, предварительно информировать лесничество о намерениях собрать валежник или предписывающие вести учет валежника в лесу. Помимо этого, нужно четко отличать валежник от сухостоя, бурелома и ветровала, потому что на перечисленные мной категории нужно специальное разрешение. И в интернете сейчас мы можем найти множество примеров того, что за сбор не того, что полагается, людей наказывают. В декабре 2020 года нижегородская телекомпания рассказала о жителе села Зверево Гагинского района Нижегородской области Геннадии Толченкове. Против него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений» в особо крупном размере, с максимальным наказанием до 7 лет лишения свободы. За сбор валежника до 7 лет тюрьмы. Оказывается, не все то, что в лесу валяется, является валежником. И это видно, что деревья валяются, и их тут всего скорее свалило ветром. Его видно даже, вон, весь, даже верхушки поломало. И с той стороны есть, и все они лежат в одну сторону. Я отпилил, сколько мне нужно, и вывез. И возил домой. Вот этот корень я отпилил. Вон то дерево там, оно вообще сломано. Под корень почти сломано. Вон там корень. Как мы видим из репортажа, Толченков ничего не рубил. Он лишь распилил и привез из леса стволы 13 сосен, поваленных бурей. Некоторые деревья были сломаны, другие вырваны с корнем. Мужчина считал, что заготавливает валежник. А сотрудники местного лесничества стояли на том, что по формальным признакам эти деревья относятся к ветровалу. И что самое главное, это не единичные случаи. Это достаточно распространенная система, когда человек по незнанию идет в лес, собирает дрова и попадает именно на штраф или уже на тюремный срок. И не каждое дело поддается такой огласке, хоть и на маленьком региональном телевидении. Так все-таки, кому принадлежит все это добро, которое повалено бурей или упавшее от старости, которое просто лежит на земле и потихоньку гниет, превращаясь в труху? Все началось в 2006 году с принятием Лесного кодекса, который де-факто декларировал, что граждане Российской Федерации должны платить за любое использование лесов. Исключением оставался сбор ягод, грибов, шишек и бересты для собственных нужд. Формально нельзя было даже набрать дров для костра без специального разрешения.
Одновременно для инспекторов, которые занимаются охраной леса, ввели такую палочную систему. Чем больше поймал, тем лучше работает. И оказалось, что даже за спил сухостоя можно было привлечь человека к уголовной ответственности. Реальных крупных расхитителей ловить трудно и опасно. А простого человека, который не знает правил, достаточно легко. С этого и пошли наказания людей за валежник. Пришлось законодателям затыкать дырку, которую они сами же и создали. Парламентарии засуетились. В Думе было внесено сразу 6 законопроектов, которые так или иначе касались валежника. Весной 2018 года приняли закон о внесении изменений в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации. Документ объявлял валежник недревесным лесным ресурсом и позволял гражданам собирать его свободно и бесплатно. На самом деле не совсем свободны, ибо федеральные правила заготовки сбора недревесных лесных ресурсов разрешали использовать только ручной инструмент, то есть никаких бензопил. А кроме того, существует еще 80 региональных законов, которые регламентируют порядок сбора. Например, закон о лесах Тульской области запрещал гражданам заготавливать валежник с помощью рубящего инструмента, пил и сучкорезов. Иными словами, нельзя использовать ничего, кроме собственных рук. Местные власти объяснили это стремлением пресечь незаконную вырубку лесов. Порядок был изменен лишь в марте 2021 года, когда депутаты Тульской области думали все же позволить гражданам использовать ручной инструмент. Сейчас в большинстве регионов местные правила заготовки валежника не противоречат федеральному законодательству. Тем не менее, чиновники, занимающиеся лесным хозяйством, все же советуют согласовать сбор недревесных ресурсов с местными лесничествами. По закону для сбора валежника не нужно никого ставить в известность. Ни Минприроды, ни лесничество. Можно спокойно ехать в лес и собирать валежник. Но если вы заготовили не валежник, а, допустим, бурелом или ветровал, и повезли его к себе домой, и вас остановил сотрудник полиции, то на этот вид древесины у вас должно быть специальное разрешение. Все, кроме валежника, то, что лежит у вас под ногами, который можно свободно собирать и отвозить, на все остальное у вас должно быть разрешение. И полиция за этим очень внимательно следит. Поэтому, если в вашем прицепе окажутся попиленные стволы деревьев без признаков, допустим, гниения, то вы можете нарваться на достаточно ощутимый штраф или даже срок. Буреломом и ветровалом считаются свежие деревья с листвой или хвоей, которые вывернуты с корнем или надломлены в результате стихийного бедствия. Валежник – это уже отмерзшие ветки, либо упавший сухостой. В феврале 2020 года Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию подготовил письмо с памяткой для граждан, где подробно с фотографиями поясняется, что из упавших деревьев и веток можно собирать, а что нет. К валежнику, согласно документу, относится все то, что не требует проведения спиливания, срубывания и срезания деревьев, кустарников, влекущее отделение стволовой части дерева от корневой системы. Дерево или его часть должны лежать на земле и иметь признаки отмирания. То есть ствол должен быть без листвы, частичное отслоение коры и даже начало трухления, там, гниения дерева. Сухостой, каким бы мертвым он ни был, валежником не является. Его заготовка карается по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Минимальное наказание – штраф до 1 миллиона рублей. Максимальное – 7 лет тюрьмы со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей. В памятке особо подчеркивается, что деревья, которые лежат на земле, но не имеют признаков естественного отмирания, то есть зеленой листвой или хвоей, определять как мертвые нельзя. Предполагается, что даже такие деревья, которые вывернуты с корня, могут продолжать жить, расти и даже приносить вегетативное потомство. Ну, так написано.
Понятно, что сегодняшний бурелом с зелеными листьями через пару недель или месяцев может превратиться в самый что ни на есть валежник. Но вот пока не превратился, трогать его нельзя. Мелочь и формализм, конечно. Однако на этой бюрократической формулировке и попадаются граждане. Поэтому чиновники лесхоза советуют при возможности согласовать заготовку валежника с местным лесничеством. И еще один очень важный момент. Нельзя собирать древесину на местах лесосечных работ. То есть, если лесорубы оставили там на обочине дороги ветви, бревна, все остальное, их нельзя трогать, потому что законом это подразумевается, то, что если это вы возьмете, это будет хищение. Так как для вырубки лесов люди берут именно участки в аренду. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Евгений. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь этим видео в социальных сетях. Подпишитесь, кто еще не подписан. И соблюдайте законы. До новых встреч на канале Вселенная Beautiful World. Всем пока!